Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Олександр Гамоля. Добрий вечір. Вибори депутата у Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь 6-го скликання у Гомельській області пройшли на високому узровні. Яны полностью легитимны и отповедают белорусскому законодавству. Такое меркование выказали сегодня на пресс-конференции у Гомеля наглядальники от СНД. Подробности у наступным сюжете. На встрече с журналистами международные наглядальники отзначают, порушение у законодавства у ходе выборов яны не зафиксовали. Выборший процесс проходил на высоком уровне. Подкресливают профессионализм супрацовников выборкама, высокую явку и сладженную работу службов, которые забеспечивали проведение выборшего процессу. По особистых уражениях наглядальники от СНД кажут, выборы в Беларуси – это свято, и проходить яну традиционно у доброзычливой и спокойной атмосферы. У нас нет никаких замечаний к проведению процедуры. Выборы, безусловно, легитимны и проведены очень на высокой профессиональной организационной основе. У нас было время очень внимательно ознакомиться с работой участков, беседовать с людьми, причем с любым человеком, который находился на участке, начиная от руководителя, секретаря и членами избирательных комиссий. Беседовали с людьми, с избирателями, выезжали на там, где были голосования на дому, никто никого не заставлял ничего, как там голосовать, за кого голосовать. Высочайшая организация на всех участках. И следование букве закона во всем. Агитация, стенды, информация. Такую высокую оценку отрымать было непросто. За 3 месяца у регионе сделана великая работа. На 17 округах створено больше за 1000 выборчих участков. Каждый уладковали у отповедности с законодавством и потребованиями безбарьерного осяродия. С больше как 80 претендентов стать кандидатом у депутаты до голодного дня дошли 65 человек. Переможцами стали 17. Среди их 5 женщин, 1 представник политической партии, 7 человек обрали на черговый термин. Конкурс на округах складал от 2 до 5 претендентов. И каждый переможец может уверенно занять депутатское кресло. Победители во всех 17 округах получили, значит, более 50% голосов избирателей. Несмотря на то, что сегодня порог вот этот 50% отсутствует, а победителем признается, значит, кандидат, получивший прямое большинство голосов избирателей, выборы прошли за явным преимуществом, то есть тех или иных претендентов. Згодно с данными областной выборшей комиссии, удел в выборах на Гомельщине приняли свыше 800 тысяч человек, те 75% выборщиков. По оценках специалистов, гэты показчик говорит об высоком интересе громадян до политического життя краины. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня свое профессийное свято означают белорусские следшие. 5 годов тому указом президента Республики Беларусь был створен следший комитет. Главная задача его деятельности – поляпшение якости, оперативности и эффективности попереднего следства, а так само оборона прав и законных интересов громадян у досудовой криминальной вытворчести. У Гомельской области подчас попереднего следства с причиненной шкоды компенсовано больше за 100 миллиардов недоминованных рублей. Накладены арыш на маемость оценочным коштом свыше 140 миллиардов. Следшими унесено больше за 27 тысяч представлений об ликвидации причин и умов, что сприяли здейснению злочинства. С 2012 года у вытворчасти находилось 96 тысяч криминальных справ. Работа следшего по-своему небеспечная и складанная, але на чисто позбавлена кинематографичной романтики. Реальный следший значно больше часу проводит у кабинете за анализом собранных оперативниками и экспертами даденных, чем у засадах и погонях. Основа працы – аналитика. Это человек, который в первую очередь защищает права граждан и делает свою работу по расследованию, как правило, уголовных дел в интересах нашего общества. Я им хочу пожелать мудрости, здоровья и успеха. И отдельные слова благодарности высказать их родственникам за их поддержку. В регионе протягивается реализация потребования указа президента Республики Беларусь номер 100. Згодно с документом, у населенных пунктах ведется снос пустующих и старых домов. Яны не только псуют внешний выгляд весок, але и несут погрозу житю и здоровью жихаров. Тему продолжить корреспондент телеканала «Мазыр» Илона Шавловская.
У вёсцы Старасілі проживае каля 30 чалавек. У параўнанні з іншымі населенымі пунктамі з аналагічным лёсам гэта нямала, хоць колькасць жыхароў змяняецца з кожным годам. Перыядычна з'яўляюцца пустуючыя ўчасткі. Гэтаму, напрыклад, больш як год, а праз дарогу пустка тут толькі нядаўна завершылі дэмантажныя работы. Дамы пустыя і непрыгодныя для пражывання, пасля правядзення ўсіх юрыдычных працэдур зносяцца. Начала дзеяння указа па сённяшняе время у нас знішчано 64 ветхі пустуючых дамоў с надворными постройками. Вот мы сегодня находимся в деревне Мицки. В этом населенном пункте у нас снесено 22 жилых дома. С 2013 года у районе снесено 480 пустующих и старых домов. Наибольш пленный в этом плане был 2014. Большая частка вызволенных земель уводится у сельхозоборот. Есть и иншие варианты развития подей. Передача земли для ведения особистой подсобной господарки об обудовництва нового жилого дома, посадка на участках молодого лесу, ти добропорядкование зоны отпочинку. Порядка 45% вовлекли сельскохозяйственный оборот. Примерно 1% – это предоставление земельных участков гражданам для строительства и обслуживания жилых домов. У нас есть такие положительные моменты. Порядка 50% было в лесохозяйственный оборот, но остальные земли были переведены в земли запаса. Па дадзеных на пачатак верасня гэтага года ў раёне выяўлена больш як 260 дамоў, якія маюць прыкметы пустых і старых. Больш за ўсё такіх дамоў у савецкім і скрыгалаўскім сельскіх саветах. Адбіваецца аддаленасць іх ад райцэнтра. Если взять в разрезе района, что населенные пункты, которые расположены в пригородной зоне, это Козинский сельский совет, Прутковский сельский совет, часть Каменского сельского совета, то там проблема не стоит в таких домах, они, там сказать, не появляются, находятся другие собственники, активно идет перепродажа. А если взять, к примеру, Скрыгаловский, а Советский сельский совет, то там, да, там количество ветхих и пустующих домов, и там, конечно, и произведена значительная работа по сокращению их. Невыкарыстаныя зямельныя ўчасткі ператвараюцца ў несанкцыянаваныя звалкі, зарастаюць і псуюць эстэтычны выгляд населенага пункта. Акрамя таго, безгаспадарная значыць яшчэ і небяспечная. У такіх дамах нярэдкія пажары і выпадкі траўматызму дзяцей. Да і зямля павінна прыносіць карысць. І толькі сістэматычная работа ў гэтым накірунку дазваляе трымаць на кантролі сітуацыю са старым жыллём у раёне. Ілона Шаловская, Вячаслаў Прыпісноў, телеканал Мазыр, спецыяльна для тэлерадыёкампаніі Гомель. У лебядзінай сажалцы гомельскага парку папаўнення. Сёння тут пасяліўся новы лебедзь. Птушцы ўсяго 2 месяцы з роду. За 10 гадоў гэта першы выпадак, калі лебедзі ў няволі далі патомства. З новым жыхаром парка пазнаёміліся і нашы корэспандэнты. Падажы, акуратна. О, пасмотрите, о, какой, о, ну, какой хороший. Гэты лебедзь нарадзіўся на свет 2 месяцы таму. Яго бацькі – каранныя жыхары лебядзінай сажалкі, аднаго з самых маляўнішых куткоў гомельскага парку. Выпадак, як кажуць супрацоўнікі палацава-паркавага ансамбля, унікальны. Нядзіўна, што хваляванняў і клопатаў хапіла ўсім. Сегодня у нас это праздник для всего дворцового парку ансамбля. Мы выпускаем птенца-лебедзя именно в пруд, который родился. Мы прибегли к методу инкубации с помощью известного гомельского птицевода, и вот на свет появился этот птенец лебедя. С моменту нараджения и до заселения у водоем маленький лебедь жил на даче за городом под пильным наглядом опытного специалиста. Орнитолог Владимир Адамович Гоман занимается птушками с самого дзяцінства. Праз его руки прошли голубы, паулины, фазаны, але вот с лебедями пришлось иметь справу у першиню. Когда ты любишь, само сердце подсказывает, что ему необходимо дать. Вот так примерно. Даешь даже ту кашицу, которую даешь детенку новорожденному. Получаешь результат. Оно растет, ты видишь это все. Дарэчы, имя юному лебедю яшчэ не придумали. Вырашили, что выбирать будут коллективно, шляхом голосования. На сегодняшний день у лебединой сажалцы гомельского парку проживают 2 черных и 3 белых лебеди. За здоровьем птушек и харционом сочит специальная служба. А администрация парку тем часом настойливо рекомендует не кормить птушек, не призначенным для этого кормом. Узамен лебеди будут радовать отпочивальников и охотно позировать перед объективами. Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».
У гостях у пана Завальні центральная городская библиотека имя Герцена на вечер перетворилась у старожитный майонток. Рыцары выставы, театральные и музычные представления – усё гэта Библіяноч 2016. Чым яшчэ запомнилася гэта свята, расскажа Катярына Сапельнікава. Разгадать таямніцы маёнтка бібліятэка запрасіла ўсіх. Квесты, чароўныя павер'і, онлайн-віктарына – абсалютна розныя загадкі чакалі гасцей. Самыя маленькія адправіліся ў краіну каламбуры разам з катом Леапольдам. Таксама можна было зазірнуць на кубачак гарбаты да траўніц. Жанчыны раскрывалі галоўны сакрэт жыцця, як стаць па-сапраўднаму шчаслівым. Это перелюдная трава, как балотная незабудка. Кто её найдёт, то будет счастлив. Вот и всё. Таксама ў маёнтак бібліятэку заехаў пагасціць Олег Белавусов. Ён представил фотопортреты князёв и рыцарев. Але, вядома, особливо цікаво было назирать за сапраўднымі героями истории. Самый закоренелый миф – это то, что рыцарь был неподвижным. Из головы людей никак не получается его искоренить, хотя на самом деле все это абсолютная ерунда. В доспехе можно не только воевать, в доспехе можно еще и танцевать. Сапраўды, якое ж свята без танцаў і песень. Шляхецкі баль, запальная фламенка, фолк-праекты і моладзевыя перформансы. Кожны мог пачуць любімы рытм. Але галоўнае, дзякуючы бібліятэцы імя Герцена, кожны мог апынуцца ў машыне часу. Кацярына Сапельнікава, Міхаіл Рабкоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». З гастролямі Гомель наведаў Чарнігаўскі абласны акадэмічны музычна-драматычны тэатр імя Шаўчэнкі. Ён, дарэчы, з'яўляецца адным з найстарэйшых тэатраў Украіны. Годам заснавання лічыцца 1926. У Гомеля украінская трупа прадставіла два спектаклі па класічных творах Гоголя і Шэкспіра. Пастаноўку «Ноч перад Рождством» наведалі нашы корэспандэнты. На сцене Гомельского драмтеатра чаровная атмосфера святочной ночи перед Рождеством. Тут перепляліся стародавние легенды и картины життя тогочасного украинского села. Реальная, фантастичная и комичная. Народный артист Украины Валентин Судак выконывает роль Чуба, який горит жаданием отдать замуж свою дочку Оксану. И, как это звичайно бывает у житті, сам хочет знайти свое счастье и находит его, докладней яе, Салоху. Хотелось передать вот всю прелесть женского обаяния и что может вообще женщина сотворить со всеми, с мужчинами, с миром, и как она может решить все проблемы. Заслуженный артист Украины, ён же мастацкий кіраўнік и головный режиссер Чарнігаўскага академичного театра Андрей Бакиров говорит, что на украинскую классику захотелось поглядеть больше сучасным поглядом, поставить сагу про народную мудрость, сагу про неверогодную моц, якая может перемогчи любые перешкоды. Вы знаете, тут ничего не треба выдумывать. Выдумал наш народ, наши традиции, наши обряды, все то, что заложено у нас в наших корнях. Треба просто передать, и больше ничего не треба выгадывать. Ну, звичайно, фантазия режиссера, фантазия акторов, выполнение всех этих завданий, кто кажут на сцене, и все. Чарующая атмосфера будет, это 100%. Мы когда смотрели «Прогон», мы были сами поражены, потому что это действительно очень красивая и волшебная картинка. Захапляльные ритмы хореографичных композиций, мощная энергетика, колоритные сценичные образы. Сюжет казки вядомы с дзяцінства. Головные герои – капризная прыгажуня Оксана, залихватский коваль Вакула. Чорт, який закрутил завіруху вядзьмарка Салоха. Однако у этой версии постановки твораў кожны зауважить тое, что кранает до глыбіні души. Песни, пляски, жарты знаходят в отгук у сердцах глядачоў. Тем часом музычная комедия «Ночь перед Рождеством» – не одиная работа, привезенная в Гомель Чарнігаўским академичным музычно-драматичным театром имя Шаўчэнкі. Еще одна новационная работа – комедия «Помылок» по Шекспиру. Это спроба совместить классику и сучасное восприятие життя. Ставка зроблена на выноходливую гульню актеров. Я перед собой и актерами ставил задачу, в принципе, по Шекспиру расстелить коврик, или, точнее говоря, по Станиславскому, и сыграть спектакль без каких-то постановочных подпорок, в контексте декорации. Зритель увидит абсолютно пустую сцену и, надеюсь, достаточно изобретательную игру актеров, которая, с одной стороны, наверное, может быть, привнесет определенную сложность перевода, потому что все-таки Шекспир не Гоголь. Очень приятно, что на фестивале в Херсоне, это мощный такой фестиваль украинский, «Мельпомена Таврии», мы получили гран-при. Наталья Ігнатенко, Максим Савін, Михаил Рабкоў, телерадыокампанія «Гомель». И это была апошняя информация выпуску. Для вас працаваў Александр Гамоля. Добрых вам новинок и до встречи.